Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, на связи Ильнар Мухаметзянов. В прошлых видео мы создали кошелек Эфир. Мы воспользовались официальным обменником компании Trade, купили монеты. И сейчас будем эти монеты непосредственно заводить на наш баланс в личный кабинет. Сейчас я нахожусь в своем личном кабинете. И для того, чтобы завести монеты, мне необходимо нажать на кнопку «Эфир», выбрать эту кнопочку, далее указать сумму в зависимости от того, сколько вы купили монет. Давайте для ровного счета я укажу ровную сумму. Ну, может быть 9, да, можно, в принципе, указать 9, там, 15. Давайте пусть будет 9-15, допустим, да, в зависимости от того, как я уже сказал, сколько у вас монет там есть. Далее я нажимаю кнопку «Создать портфель». С левой стороны появляется вот такая вот страничка, вот такое вот окошко, где нам, в принципе, прописано, что нужно сделать. Нам необходимо скопировать вот этот вот адрес. Копирую его, вот сюда нажимаю. Либо, в принципе, можете вручную скопировать. Копировать. Больше ничего делать здесь не нужно. Оставляете эту страницу так, как есть. И далее открываем уже кошелек. Кошелек, как вы помните, можно зайти через личный кабинет, либо просто по адресу MyEtherWallet. Захожу сюда. Далее необходимо мне перевести монеты. Для этого перехожу в раздел «Перевести эфир». Далее выбираю пункт «Закрытый ключ». Здесь необходимо ввести закрытый ключ. Закрытый ключ у нас находится в кошельке, который мы создали. Если помните, мы его скопировали и сохранили. Копирую этот закрытый ключ и вставляю его сюда. Далее нажимаю «Отпереть». Если на английском будет, то там будет «Unlock», вроде бы, если я не ошибаюсь. Нажимаю «Отпереть». Все. Вот сюда необходимо непосредственно уже поставить адрес получателя. Его я еще раз скопирую с этой страницы, вставляю его сюда, указываю сумму, я указал 9.15, да, указываете точную сумму 9.15. Здесь ничего не меняете, оставляете эфир, это обычная транзакция. Далее нажимаете «Сформировать транзакцию». У меня на балансе сейчас монет нет, поэтому это просто тестовый кошелек, поэтому я здесь ничего показать вам не смогу. Нужно нажать «Сформировать транзакцию». Он мне ее, конечно же, сформировать не даст. И таким вот образом легко, там, в принципе, можно вот так вот отправить монеты. Как только вы отправили монеты, но перед тем, как отправлять монеты, как я уже сказал, проверьте, чтобы монеты уже точно находились на вашем кошельке. Как проверяется, я во втором видео показывал, то есть там у вас осталась открытая страница, где вы проверяете, когда у вас, в принципе, транзакция по переводу, по обмену завершена. Как только монеты поступили, соответственно, вы можете уже выполнять вот эти вот все действия. Сформировать транзакцию и отправляете монеты. Только после того, как вы уже отправили монеты вот таким вот образом, заходите обратно сюда и нажимаете кнопку «Я оплатил». «Я оплатил». Все, после этого, через какое-то время, монеты появятся на вашем балансе, и они сразу сформируют портфель и появится у вас вот в этом разделе. На этом у меня все. Всем удачных инвестиций, всем удачного рекрутинга. Всем пока-пока.